Сейчас подожди, сейчас пусть Ирина Михайловна. Ты же понял, чем восстанавливаться? Да. Слушай, надо так почаще, наверное. Теоретически. Ага. Подождите, вам радуйтесь. Это тоже. Вообще не сюда. Все. Засекли, сколько времени надо остановить? Я засек. Сколько они уже ловят? Минута две-три? Не, у нас были еще. Ну это не стандартная ситуация. Если... Но это не вдвоем. Это мы сейчас доделали не вдвоем. Когда это все дело отключается, может вот такая ситуация возникнуть. Напряжение полностью вообще пропало. А потом восстанавливаем. Ну, порядок действий восстановления. Вот у нас правильно, Николай, когда гасили, то включили. Сигнал, как они же открыли, включили сами покровки. Они все замыкаются. Ирина Михайловна, неправильно делаете. Надо по порядку, Ирина Михайловна, все было идти, а не так, что вот это. Нет, нужно смотреть после нажатия кнопки. Да, работает или нет. Сейчас все нажму, потом посмотрю. Какая не работает, чтобы потом же я буду общую нажимать. Так, а почему у нас 301 сигнал? Подождите, сейчас дайте где это. И 300 это уже. Да не все. Сейчас сделаем. До этого на тушном судьбе. Ну там, что значит? Там никто не работает. Вот это не работает. Да, кстати, восьмая не сработала. Вот это восьмая не сработала. И 42-я. Да, вот. Один ВП. Один ВП. Нет, все правильно, все правильно. 44 ВП. Тише. Все, эти все. Руководит процессом дежурный по станции Подмосковья. Все, а теперь общую. Подождите, а он тут. 44. Подожди, где? Ну, зависит. Нет, это все, да, все. Да, там автоматически. При разделывании секции 2 СП она автоматически разделывает. Нажали? Да, нажали, он говорит, спустя. Кто-нибудь вот эту кухню снимает? А связь-то установили питание? Что, так быстро сбросило, что это? А кто? Кто что сделал? Что это? Это... Да, нет. Вы на это не смотрите. Все. То есть здесь как бы все правильно сделал. Единственное правильное замечание. Вообще, я как бы сказал. Вам надо организовывать движение где? По главному пути? По главному пути. Или в зависимости от поездной обстановки. Первое, что вы делаете, обязательно нажатие. Мало ли что-то не пойдет. Все остальное, видите, сколько времени потеряли? Каждую вот эту пломбочку срывать. А это все минуты. Лишние. В основное главный ход. 44-й еще. Сейчас, подожди, подожди. 44-й или... Распустились. 44. Одну секцию не разрушили. 44-46. Значит, не дожал. Нажми еще раз. То есть вот здесь еще вот такую ремарку говорю. Обязательно главный ход сначала. Потом уже в спокойной, ну как, в полуспокойной обстановке вы осуществляете дальнейшее движение. Следующее, чего устанавливаю? Какие стрелки ты устанавливаешь? Ну, убирай. Открывай его вообще. Карай вонючий. Ты что, сейчас не буду показывать, да? Ну вот, и четвертый, допустим, делаем вот, вот, то есть они все заблокированы. Что нажал-то неправильно? Подожди, размыкание. Вот оно размыкание. Нет, вот размыкание. Вот замыкание. А, замыкание. Вот, вот размыкание. Вот кто рвет не теплом, будет вешать.
Что-то выдачить надо. Лёсика повесить. Вот эту, да. Четная, нечетная еще. Это просто общая, наверное. Четная сработала. Это общая. Четная, нечетная. Замыкание. Робы проверяющие. Стрелку должны проверить. Стрелку в каждой горловине. Ну, 44. Каждый? Идет перевод. Теперь другую горловину проверяем. Каждую стрелку. Теперь 200, вон, 205, 207 попробуй. 24. Да не кнопкой надо, а не, ну я смотрю уже. А тихо, тихо, тихо. Вот здесь надо. Не, ну я понял, но я же смотрю по пульту положение стрелок, верно? По минусу есть. Нечетного горловина, не 200, не 24, а 205, 207. Ну, все перевелось? Да. Это тоже перевелось. Дальше что делаем? Что еще не так? А, перегоны. Пробуй открывать. Пробуй открывать выходной сигнал. Ну, магазин. Что-то подпёр. Нет, а перегон там мигает. А мы разогнули точно там. А вот тут ситуация у вас такая, что теперь пока из Сибирского не приедет, вы ничего не сделаете. Никуда не поедете. Он и не соответствует, там горит, я смотрю. Алло. Да. Ну и сигналы. Из Сибирска приехали? Я поехал. Успех. Ждем из Сибирска. Перекрывай, ничего не откроют. И не открывается выходные светофоры. Готовь маршрут, у тебя первым поедем у Ласточки. Выходные это нормально, если стрелочки. Ласточки маршрут приём. Сейчас подожди, давай посмотрим.